Первую россиянку, заразившуюся вирусом Зика, уже скоро выпишут из инфекционного бокса больницы. Говорят, она уже идет на поправку. Ранее сегодня стало известно о первом случае обнаружения этого вируса в нашей стране. Женщина, у которой он был выявлен, недавно вернулась в Москву из Доминиканы. Ростуризм напоминает туроператорам и агентствам, продающим туры в дальние страны, о необходимости предупреждать туристов о потенциальной опасности в тех регионах, где фиксируются массовые случаи заражения этим вирусом. Вспышки зарегистрированы в Южной и Северной Америке, в Африке, в Азии и в Тихоокеанском регионе. Вирус особенно опасен для беременных женщин. Что касается остальных, то в большинстве случаев лихорадка длится недолго и без серьезных последствий. У россиянки, судя по словам врачей, все обошлось. Чувствуется она себя хорошо, просится домой, но она должна пройти контрольное обследование перед выпиской. Окружающие здоровы, никто больше не заболел. Это легкая для взрослых болезнь, протекающая симптомами интоксикации и сыпью. Больные выздоравливают. Смертельных случаев на сегодняшний день неизвестно.